Дагестанские бойцы ПОП ММА ответили на призыв муфтията республики. Накануне в конференц-зале духовенства региона состоялась встреча богослова Идриса Асадулаева с бойцами, которые выступают в непрофессиональных смешанных единоборствах. Зачастую спортсмены, вынужденные создавать шоу в этой индустрии, набирают популярность за счет трэш-тока. Это такие высказывания и действия в адрес соперника, чаще всего оскорбительного характера, которые выводят оппонента из равновесия. Муфтияте Дагестана призвали спортсменов не переходить границы установленной религии, тем самым сохранить свою честь, честь своей семьи и родины. От вас мы помощь хотим, чтобы эта молодежь чуть-чуть поняли, и грани не переходили, остановились на том месте, где порочат честь, где затрагивают личность. Почему мы вот так решили? Ни для хайпа, ни для баллов. От этого никто бонусы, хайп и балл не получает. Потому что работая в школах, СУЗах, ВУЗах, мы знаем, вот по коридору ходишь, один мат остановит, у нас есть эта возможность. Да, возможно, там были какие-то неправильные действия, и ну, мы дальше будем показывать себя с правильной стороны, и молодежи тоже, да, чтобы хочется на самом деле искренне пожелать, чтобы не брали плохие там стороны, если какие-то моменты, чтобы брали хорошие, да, смотрели правильную сторону, да, двигались в правильном направлении. Присоединяюсь к словам вот этих братьев, которые до меня сейчас говорили, где-то, где мы себя неправильно повели. Не надо с этих моментов, да, вот как бы брать пример, берите пример с хороших ребят, с достойных бойцов. Смотря их и вас, братья младшие наши, о всем дагестанском народе, о ваших отцах, предках делают выводы, да, понимаете? Поэтому это надо серьезно отнестись к этому, я думаю, и чуть-чуть ограничить рамки, поставить себя в рамки, да. Если же вы хотите трэш-тока, например, тот же вот младший брат Магомед Исмаилов, например, веселый трэш-ток тоже можно вести, правильно. И брать пример с наших предков, которые вели себя достойно.